Я не то чтобы за честные выборы, я за выборы как таковые, потому что выбор – это ситуация, когда есть выбор. 4 марта мы будем иметь дело с процедурой, которую я бы назвал признанием. Люди придут на избирательные участки только для того, чтобы признать или опровергнуть ту политическую реальность, которая уже существует. Выбор способна делать сложно организованная психическая структура. И поэтому люди не хотят делать выбор, люди консервативны, мы привыкли жить так, как устоялось, ходить по накатанной колее. А выбор – это вещь сложная. Нужно читать программы, нужно что-то сравнивать, нужно куда-то ходить, нужно что-то выбирать. Поэтому мы думаем о том, как бы поскорее от этой необходимости избавиться, как бы поскорее прошло 4 марта, и кто-то что-то решил бы за нас.